Сразу возникло почему-то что-то с Георгием Ивановичем Дьяконовым Дьяченковым связанное. Почему, не знаю. Но то ли от того, когда я совсем молодой и юный студент увидел его вот так вот рядом. Суровый должен быть директор. А вы суровый? Не знаю, я субъективен. Нет, наверное, нет. Нет, иногда такой, я же актер. На данном этапе Михаил Афанасьевич Булгаков. Мастер и Маргарита? Не скажу. Зависть, наверное, вдруг худшая. Восторги зрителя или недовольство зрителя, я не всегда разделяю. Как недовольство, так и восторги. Меня это восторги, допустим, меня иногда настораживают. Недовольство-то меня вдохновляет. Так что здесь, я не помню как такого, чтобы зритель меня... правда. Может быть, он всегда благодарен. Может быть, по отношению ко мне и к нашему театру. И начинается с театрального крыльца. И заканчивается театральным крыльцом, которое у нас... Я сделаю это. Они ничего не покупают, они приносят с собой. И после спектакля это потребляют. Да. Вот. То есть артистов не встретишь в буфете? Редко, если это я прихожу в другой театр, не в свой. Может быть, так как я люблю кофе, кофе пробую.